Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас очередное кулинарное видео. Сегодня мы будем готовить... А, нет, сначала мы не говорим, чем мы будем готовить. Сначала мы говорим про цепелины, которые мы делали в прошлом видео. Какое наше мнение? Итак, в том видео мы делали цепелины. Кто не видел, ссылка будет в описании. В первую очередь мы были удивлены, что столько литовцев, окажется, нас смотрит. Приятно удивлены. Большая часть литовцев, конечно, сказали, что все у нас нормально получилось. За единственным минусом то, что мы затупили, конечно, по-страшному. Потому что у нас прилипали это, как тесто это к рукам прилипало, а надо было всего лишь смочить водой или маслицем. По рецепту не написано. В рецепте, да, этого не написано было, но и мы что-то не догадались, короче. Минус тем, вот, кто вот это так делал. Вот. Писал. Да, по рецепту, мы брали в первую очередь рецепт из книги 60-го года. 1960-го года. Да, поэтому, там некоторые писали, что так не делают цепелины. Может быть, сейчас они уже, по-другому там делаются. Потому что кто-то говорит, вареную картошку не надо, только сырой картошки там. Много разных мнений. Да. Больше сошлось к тому, что мы правильно все сделали. Кроме того, что липло к рукам у нас. Вот. А по вкусу? По вкусу картошка невкусно не бывает. А фарш тем более, да? А фарш тем более. Не, по вкусу у нас, мы считаем, для нас получилось все обалденно. Нам очень понравилось, да. Единственное, это заморачиваться и готовить. После того, как мы поняли, что надо руки смачивать или маслом, или водой, на самом деле, нам кажется, в следующий раз это не так уж и сложно будет приготовить. И еще один маленький нюанс. Еще маленький нюанс, да. Что мы терли вот на этой терке? Мы не могли понять, нам все пишут, это надо на мелкой терке тереть, на мелкой, а мы на какой? Мы на мелкой терли. Оказывается, это вот это вот мелкая терка. Не надо ее близко показывать, надо историческая. Мелкая терка, это которая как гвоздями пробита, а мы все не врубимся. И забыла потом, вспомнила, что да, родители у нее терли вот именно на этой гвоздями пробитой терке. Наверное, там мельче получается. Не мельче. Мы же драники когда делали, там, во-первых, мельче получается. Пальцы только жалко будет с такой теркой. Пальцы. И тогда картошка быстрее темнеет. А, темнеет быстрее, да. К такому выводу мы пришли. Птица пролетела. Бомбардировщик. В общем, мы пришли к мнению, наше мнение итоговое, что цепелины вкусная вещь. Там то, что говорили, потоньше вот этот слой, называемый тесто. Нет, нормально там все получилось, все замечательно. Нам понравились очень. Единственное, со шкварками очень вкусно. Да, со шкварками вкусно и со сметаной. И со сметаной. В общем, мы рекомендуем, пробуйте, делайте. Оно того стоит попробовать. Наших ошибках. А мы, может, как-нибудь еще раз сделаем их. Пошли дальше чудесить. А сегодня мы будем готовить молодого барашка по-креольски. Вот так вот заморочиться решили. Прежде чем скажем, какие ингредиенты нужны, ставим наш казан
на печку. Пусть пока нагревается. Это закрыто или открыто? Это меньше или больше? Пошел, значит, открыто. Делаем, как всегда, первый раз. Ну, не знаем, что получится. Итак, для этого блюда молодого барашка по-креольски, ну, соответственно, нам понадобится мясо молодого барашка. Ну, молодой, это, наверное, который это. Который молодой. Налево не ходил еще. Или направо. Вот. Ну, мы молодого взяли. 2 зеленых перца, 2 черешка сельдерея, 2 луковицы средних, 3 чесночка зубчика. Томаты в собственном соку очищенные, но их надо где-то 500 миллилитров, здесь банка 720, больше будет, я думаю, хуже не будет. Бульон, ну здесь тоже пол-литра где-то, нам надо всего лишь 150 миллилитров бульона. Правда, у нас это не бульон, а холодец, ложкой накладываем. Потом оливковое масло. Из специй нам понадобится зачем-то коричневый сахар, ну, столовая ложка или 2 кубика, тимьян и душица, по 1 чайной ложке надо будет. Соль, перец, лавровый лист, 3 штучки, это из специй, ну и 150 миллилитров красного вина, тут больше, остальное выпьем. Ну и для этого блюда еще нужна какая-то полента. Для нее надо 425 миллилитров воды, 60 грамм муки, 175 грамм кукурузной крупы, 30 грамм сливочного масла и 115 грамм тертого сыра чеддер. Почему чеддер, не знаем. Вот. Еще яйцо забыли принести. Одно яйцо и паприка. Все эти граммы мы в описании напишем. Я уже сам, у меня голова кипит от этих граммов. Но мы тут все размерили, короче, у нас все готово. Итак, поехали готовить. Яйцо принесли. Короче, еще надо пакетик. Вот. В этот пакетик, я думал, мука для этой, которая как палета или как она называется. Мука нужна нам. Высыпаем в пакетик, короче. Солим все это. По вкусу, наверное. Перец. Сюда в пакетик отправляем наше мясо барашка. Все это обваливаем. Шкребем половником для тех, кто это не любит. А как иначе? Ой, не знаю, говорят, деревянной ложкой надо шкребсти. Да все в Казани железные готовят. И отправляем туда наше мясо. Подрумяниваем его. В течение 7 минут. Пока жарится, нарезаем сельдерей, перец, лук. В комментариях спрашивали, ну, в первом видео, когда кулинарное делали, тут комары нас задолбали. И спрашивали, чем вы обработали и нету ли комаров. Обработали агран, агроном, агран называется, короче. Не агроном, а агран. Ну и после этого комаров практически не стало. Сейчас они все равно есть чуть-чуть, но не в таком количестве, как первый раз был. Мы уже в каком-то видео показывали, как мы это делали. Ну, обрабатывали участок этим агроном. А вот мухи никуда не деваются. Потому что у всех животные. Потому что здесь, да, скотина рядом. С мухами это беда тут вообще конкретно. И к осени этих мух вообще жесть сколько становится. Осенью кусаться начинают. И кусаться, да. Сейчас
сейчас еще нормально пристают тут. Пахнет вкусно. Мешаем периодически. Все, теперь выкладываем наше мясо из казана и отправляем туда вот этот лук, перец и сельдерей. Давай так вот сидим. Ты что, уже хаваешь, что ли? Ложку обрезал. Добавили маслица еще чуть-чуть и обжарим эту овощную смесь. Теперь нарезаем чеснок, пока он сам тушится. В одну чашку выкладываем томаты. Аккуратно. Ты будешь сам как томат. Добавляем сюда чеснок. Накладываем. Накладываем бульон. Оно почти это. Ну, сейчас растает. Кладем сюда сахар. Базилик, тимьян, тушит. Про базилик, по-моему, я пропустил. Короче, по чайной ложке всего надо. Добавляем туда 150 миллилитров красного вина на глаз. На глаз, алмаз. Ой, много. И лавровый лист сюда добавляем. И отправляем все это в наш казан. Лук с перцем у нас тут уже протушили. Доводим все это до кипения. Когда это все закипело, отправляем туда наше мясо. Перемешиваем. Накрываем крышкой. Делаем медленный огонь, и все это тушится полтора часа. За полтора часа стемнеет, пока мы это блюдо приготовим. Вот, разожгли очаг, он нам тоже понадобится, потому что надо, во-первых, за 30 минут, ну, пока вот это все приготовится, приготовить поленту. Полента? Полента. Прям полента. Прям полента, наверное, может, полент. Ну, полента. Мы так поняли, типа, наверное, запеканка какой-то из кукурузной вот этой крупы. Вот, и потом все это будет доделываться в очаге. Короче, увидите. Пока ждем. Час, чтобы прошло. Самим интересно. В том видео у нас что-то очень много внимания привлек павлин, который сзади у нас поливалка. И все спрашивают, что за поливалка. Вот поливалка Гардена. Покупали, наверное, лет 6 назад. Ну, работает она единственная. Иногда начинает глючить, в одном месте стоит, но ее надо разобрать, там смазать, короче, она дальше работает. У нее большой охват очень полива.
Можно его меньше делать. Ну, короче, вот такая вот поливалка. Павлин. Еще у нас вон та более так точечно поливает. Жасмин цветет. А еще такой небольшой лайфхак. Мы его уже как-то показывали очень давно. Так у нас на столбе фонарики вот эти висят. На каждом почти столбе по периметру. По периметру забор. Да. Вот, крепится на крепеж, который для кабеля электрического идет. И вот они вот так сюда вставляют. Сейчас стемнеет и будет все светиться. Ну-ка еще раз фокус покажи. Оп. Оп. Еще светло здесь. А вон те уже горят. Итак, прошел час. Сейчас начинаем готовить. Начинаем готовить поленту. Тут наша красота уже почти готова. Запах просто обалденный. Итак, готовим поленту. Вообще это надо на плите делать, а мы здесь будем делать. Изабелла пожертвовала своим сотейником. В кастрюльку выливаем воду. Ждем, пока закипит. Смотри, как быстро закипает. На самом деле, ну, мне кажется, что можно без этой поленты это все сожрать, и вкусно будет. Ну, просто, надо вкушать, ну, мы делаем по рецепту, как положено, который нашли. Смотри, как быстро кипит. Добавляем туда кукурузную, как она? Крупа. Крупу. Медленно помешиваем. Ой, я так горячо. На телевизионной плите. Медленно. Замедленно, руки сгорят. 10 перчатки. Вау! Ну, один перчатку. Мешать надо. А, там на медленный огонь ставим. У нас не знаю, где тут медленный огонь. Наверное, вот здесь вот. Ну, написано 10-15 минут, пока не загустеет, ее готовить. Она уже загустела. Что-то с водой, по-моему, ошиблись там в рецепте. Надо больше воды. Для кукурузы это маловато будет. А может, она должна быть крупная. Короче, фиг возьми. Но она загустела за 2 минуты. Не забываем посолить, как я это делал. Короче, воды мы литр, наверное, где-то налили. Не понимаю, как кукурузная крупа сварится, если она уже там плюхать начинает. Ну так очаг мы первый раз эксплуатируем. Чтобы еще тут кашки какие-то варить. А сейчас еще дальше увидеть, что будет. Вроде загустело, не знаю. Чего понятия загустело. Короче, как загустело, добавляем сюда сливочное масло. Сколько это там миллиграмм? Грамм. Яйцо. Яйцо же. И сыр чеддер. И пахнет прикольно.
Душонку купила. Можно я ложку хоть раз облежу? Короче, это должно постоять 15 минут. А дальше вы увидите, что будем делать. Съел? Так, прошло еще 15 минут. По-любому. Сколько можно вот. Написано убрать какой-то жир и лаврушку. Жира я не вижу. Опять он ест. Ловушка есть. Теперь выкладываем сюда нашу поленту. Горочкой как-то. Где тут горочка? И посыпаем все это паприкой. Розовая должна. Это паприка. Это паприка интересная. Новогоднюю посыпку. Такое мы первый раз с очагом делаем. И ставим сюда казан. Вообще это делается все в духовке. У нас вот такая духовка. И накрываем это крышкой. Короче, вот эта полента или как должна подрумяниться. Ждем. Время уже почти 11:30, а мы все не ели еще. Дай мне что-нибудь облизать. Короче, сил больше нет, есть охота. Пошло он сюда. Соус закипел. Но полента это не подрумянило. И чуть теперь мы все перемешаем. Короче, перемешаем. Вот такое блюдо у нас получилось. О, третья лаврушка. Горячий. Опять он хавает. Я, в принципе, уже пробую. На, ты попробуй. Все, хватит. Плеваться не будем. Поесть до конца. Ну, а как блюдо на вкус, вы узнаете в следующем кулинарном видео. Потому что, ну, вроде это пока понятно, но ничего не понятно. Сейчас съедим все и будет понятно. Завтра доедим. Завтра доедим, да. Сегодня попробуем, завтра доедим на свежую голову. Вот, время уже почти 12 ночи. А мы уже спать, а мы еще не ели. Ладно, мы пошли кушать всем. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мир, добра, здоровья вам. Всем приятного аппетита. Ну, если это блюдо вызвало у вас аппетит. А я думаю, вызвало. Всем пока. Пока.